eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем смотреть за доткой. У нас, в частности, турнир, называется он с LTV Pre-season. Последняя группа осталась, ну, пока еще групповая стадия идет, группа D. Сегодня 4 команды между собой будут выяснять, кто отправится в плей-офф. Опять же, одна команда вылетает. Команда выходит, которая с первого места, она попадает сразу в финал винеров. Ну, а второе-третье место попадают в финал лузеров. Вот такие вот дела. И первая катка на сегодня. Compass Gaming против Next.Please. Собственно, две команды вы уже знаете теперь. Остальные две команды — это команда xGame.KZ, бывший Next.KZ. Ну, то есть казахи, команда, которую, я думаю, вы прекрасно знаете. Ну и четвертая команда — это команда EheadG. Сегодня параллельно в 2 стрима с вами будем смотреть за этой группой. StarLadder 1 освещаются игры Compass Gaming, Next.Please первого раунда. Потом у нас будут играть... Сейчас вам даже скажу, кто будет на моем стриме играть. На этом стриме еще будут играть xGame.KZ против KPG. Сегодня 2 матча от Compass Gaming. Ну и третий матч Next.Please против xGame.KZ. Вот так вот. Сегодня на этом стриме мы не увидим эхедов. Эхеды будут у нас на соседнем стриме, на параллельном канале StarLadder 4. Так что можете тоже заходить и тоже смотреть. Да, ну или юзайте мульти-твич. Итак, Next.Please против Compass Gaming. Next.Please играют за Radiant, за Dire Compass. Видим, сделаны уже первые баны. Минус Брюмастер, минус Tinker. Забанили, думаю, Бэтрайдера. First pick Mirana от товарища Kiyano. Состав следующий. Кияно, Redlight, Buna, Sinergy, Иллюзионист. Это пятерочка. Из Next.Please, ну и Compass Gaming сегодня играют с стендинами, с заменами, неполным составом. Собственно, какие-то проблемы с компьютером у капитана были. Вот, так что поглядим, что из этого получится. Вот Jet на капитанском слоте сидит. В составе Mortis, Artis, Килик и вот какой-то смайлик с плюсиками. Окей, забирают они Licantrope и Taidhanter в ответочку на Мирану. Ну и второй пик в этой стадии от Next.Please. Да, ну, конечно же, доступно голосование на этот матч в моем паблике vk.com/adekvat.tv. Заходите, оставляйте ваш голос за ту или иную команду. Я вижу, что большинство сейчас голосует за Next.Please, думают, что вот эта команда должна будет побеждать. 80% проголосовавших все-таки верят в эту команду. Ну, посмотрим, что у них получится. Ну и на Proffit забирает себе Next.Please. Пока вроде бы все стандартно, все спокойно. Единственное, что интересно, это то, что Ликантропа все-таки не забанили в первой стадии. Да, в бан у нас ушел Брюмастер и Тинкер. Немножечко неожиданно. И вот поэтому сразу же Компасы забирали себе Ликана. Ну, видимо, знают силу в этом персонаже. Знают, что он достаточно имбалансный в своей роли. И, ну, контрить его на самом деле очень-очень сложно. Ну, я думаю, раз Next.Please этого Ликана дали, значит, что-то знают. Значит, умеют. В второй стадии у нас улетает Shadow Shaman, улетает Энигма. Еще по одному бану нужно сделать. Ну, видим, что Компас, конечно же, банит у нас всевозможные связки с Мираной. Да, убирает Shadow Shaman, возможно. Потом уйдет в бан какой-то Рубик или какой-то Бейн. Ну, а Next.Please у нас пока избавляются от... От кого избавляются? Нет, от АУЕ какого-то жесткого избавляются. Мы, видимо, убрали Энигму. Не хотят, чтобы было у команды Компас там связочка какая-то Ravage плюс Black Hole. Достаточно жесткая связка. Ну и вот еще один бан нужно будет сделать. Сейчас посмотрим, кого Кияна у нас уберет. Да, наконец стартанули, ребят. Немножечко мы задержали старт первой карты. Сперва не хватало Next.Please, потом они пришли, потом мы 8 минут ждали, когда полный состав у команды Compass Gaming появится. В общем-то, полчаса у нас от игры в итоге, от начала игры прошло. И будем немножечко с опозданием, но стартовать. Но, думаю, ничего страшного. Все равно по программе 3 матча мы сегодня с вами посмотрим. Вот, так что будет достаточно интересно. Я думаю, команда нам продемонстрирует что-то, что очень интересное, что-то красивое. Минус Viper, минус Bane. Да, вот, собственно, компасы продолжают убирать связочки под Мирану. Где самые популярные даблы они убили, по сути дела. Ну, Viper... Банят Next.Please, ну, такой себе просто неприятный персонаж. Ну, хотя Вайпер, казалось бы, неплохо должен был смотреться и в составе Next.Please. Как можно контрить Ликантропа, это имея рейнджевого кого-то керри. Ну, Shadow Shaman забирает себе компас. Так, что мы имеем? Мы имеем Ликантропа... Ну, скорее всего, на легкую линию, как керри-героя, Shadow Shaman у нас как суппорт, Тайдхантер на сложную, да, вроде бы дефолтный вариант такой рассматриваем. Ну, Профит у нас здесь тоже отправится на сложную, Мирана у нас, ну, скорее всего, как семи-керри в триплу. Так, ну и вторая стадия пиков. Давайте посмотрим, чем нас Next.Please будут удивлять. Хочется, конечно, взять теперь уже под Мирану какого-то Рубика, наверное, да. Единственный из оставшихся каких-то связок. Ну, вот еще иногда Skywrath Mage забирают себе, тоже достаточно неплохо входит. Ну, что Sky дает и Silence, и замедление, в принципе, необходимые, скажем так, атрибуты для того, чтобы Мирана могла спокойно своим эро попасть. Если уж не стан, то действительно Silence и замедло. Ну да, Skywrath Mage заехал, в принципе, вполне ожидаемый был пик. Уж все перебанивали, действительно, ребята из Compass Gaming, и вот под Мирану что брать надо было. Ну, в целом, пик хорош. В начальной стадии Sky, конечно, выдает все, что он должен выдавать, и, практически, на карте он может чувствовать себя достаточно спокойно своими кастами. Уже с получением 6-го уровня убивает абсолютно всех. Но вот, понятное дело, что с течением времени свою актуальность он теряет. Теряет, и убивать его становится достаточно просто. Ну, опять же, просто становится убивать только тогда, когда, например, керри-герою Компас соберет себе БКБ, это Licantrope, ну а Тайдхантеру, в принципе, достаточно просто прокачать ревидж, и уже со Скайем проблем не будет. Так что здесь вроде бы все понятно. Пока пик более лейтовый, скажем, у Компас. На раннюю стадию пик рассчитан у Next.Please. Посмотрим, что у нас будет в этой стадии пиков еще, да, по последнему пику осталось сделать. Ну что, Джет. Ну, второго суппорта добрать надо, конечно же. Ликантропу к Shadow Шаману. Опять же, пока держим еще в мыслях возможный вариант, что Ликантроп отправится в мид-соло. Такое тоже иногда бывает. Такой вероятности мы не исключаем. Ну, потому что пока не ясно, то есть кто он, кто будет в миде стоять. Если там будет какой-то милишник, то Ликантроп вполне может пойти в мид. Ну, сейчас поглядим. Как бы там ни было, саппорта Shadow набрать надо будет в любом случае. Просто какого. Вариантов еще масса. Особо суппорт у нас не банились. Единственные два суппорта отлетели в бан у нас от команды Compass Gaming. Ну, это Шейкер. Вот он, второй суппорт у Compass Gaming. Мы вполне ожидали как раз появления именно суппорта в этом пике сейчас. Ну и в целом такая вот пока стандартная трипла сформирована. Да, Ликантроп фармит, суппорт Shadow Shaman и Шейкер ему как-то помогают, в роли няньки выступают, возможно, даже будут бегать под смоками, как-то нападать на противника, ну, потому что есть для них у них такие необходимые для этого способности. Но этот Хантер будет терпеть на сложный. Так, ну и Next.Please. Skywrath Mage, Мирана хорошо. Мирана, опять же, пока непонятно, кем будет. Либо суппортом, либо фармящим героем. Ну, вот исходя из этого, нужно будет потом выбрать либо суппорта, либо того самого хардкерри. Вообще, конечно, хочется Мирану все-таки как чистый суппорт оставить вместе со Скайем. Пусть бегают и пытаются уничтожать противника. А вот на позицию керри взять героя кого-то посильнее. Полуитовее. Но нет, забирают себе все-таки Рубика Next.Please 4-м пиком и, ну, трипла с Мираной, Мирана в качестве керри. Посмотрим, что из этого получится. Значит, спросить, понятное дело, у нас персонаж на сложный. Но в итоге получается такая ситуация, что и у той, и у другой команды не хватает по одному герою. Этот герой должен быть мидным. Тот, который пойдет у нас на центровую линию. И вот Пака решили забанить Compass Gaming. Ну, и из оставшихся, конечно же, у нас есть еще в пуле Инвокер, и про него забывать не стоит. Ну, что будет удивительно, да, если инвокера даже до последней стадии оставят, не тронув, не взяв его, не забанив. Ну, и из других вариантов есть темпларочки, ДК, есть Storm Spirit, и, конечно, вариантов еще масса осталось. Но самый, конечно, must-have это инвокер. Сейчас посмотрим, кому он достанется. Ну, Storm Spirit, да, забанили, ну что... Должны Compass Gaming цеплять себе инвокера. Я думаю, что этот пик последний будет, ну, крайне симпатично смотреться к четверке того, что уже есть у Compass. Но вот они берут себе Пугну, и тем самым они усилили свой пуш-потенциал команды, да, все-таки мы знаем, что Ликантроп с волками весьма неплохо с врагами расправляется, плюс к нему был уже Shadow Shaman с вардами, ну и Пугна с областами, это, в принципе, приятное к этому ко всему дополнение. Ну что ж, пусть будет так, ну и Next.Please. Ну, чем еще хорошо здесь Пугна, да, вы посмотрите на пик команд Next.Please. Mirana, Skywrath Mage, Rubik, Naix, Proffit. 4 эти персонажа, в принципе, вкастовывают. Причем вкастовывают монозависимые такие очень способности, да, то есть, которые очень много маны требуют для каждого каста. Да? Особенно Sky, там, например, Мирана. Вот, поэтому здесь вард от Пугны будет, конечно, очень сильно решать. Так что пик вполне себе оправданный компас получился, и пик мне действительно нравится очень. Ну и Next.Please должны сейчас своим последним пиком все перевернуть. С ног на голову и аутпикнуть команду Компас. Есть ли вообще такой герой, который позволит здесь вот сказать о том, что действительно Next.Please взяли просто шикарнейший пик, который будет намного круче, чем Compass Gaming? Или такого героя уже не осталось? Ребят, по поводу ситуации в группе, вообще какой у нас расклад, кто как выходит, какие игры дальше будут, все это, конечно же, на нашем официальном сайте dota2.starladder.tv. Посещайте, заходите, найдете там заголовок с названием SLTV Pre-season, Start Tournament Group Stage, Live написано, вот, так что... Там вся информация есть. Так, ну и вот last pick это Ember Spirit. Ну, понятное дело, что последним пиком невозможно взять такой героя, который бы законтрил абсолютно всех у Compass. Вот, но взяли они действительно очень хорошего героя. Ember Spirit у нас такой персонаж, который, в принципе, может и взлететь. Может и в начале всех поубивать, и в лейте достаточно сильный персонаж. Так что... имеет место быть. Ну что, ребята с пиком уже определились. Я вам предлагаю познакомиться с игроками, кто на ком будет нас играть, и будем смотреть за этой первой картой. Напоминаю, что 3 Best of 1 у нас сегодня будет на этом стриме. Ну и все эти три игры мы с вами посмотрим. Вот Compass Gaming у нас будет играть подряд дважды. Итак, команда Next.Please играют нас за Radiant. Давайте смотреть. Redlight нас будет исполнять на Mirana, Kiyano, Ember Spirit, Sinergy будет играть на Naix с Proffit. Остальные пока героев не взяли, видимо, где-то АФК. Ну и тогда перейдем к компасам. Artis будет играть у нас на Licantrope, Jet, Pugna, Mortis, Shadow Shaman, Килик будет играть на Эршекере, ну и Смайлик на Taidhanter. Ну, вроде как здесь... каких-то, я не знаю, проблем быть не должно. Единственное, что я вот пока сомневаюсь, куда отправится Джет, куда отправится Artis. То есть мы не исключаем такого варианта, что трипла может быть и с Пугной. Вполне себе. Ликантроп займет мид-позицию. Ну, также могут они поменяться. Пугна и в миде будет неплохо смотреться. Ну, а Ликантроп на легкой линии тоже пофармит. Да, ребят, на этой трансляции у нас EheadG играть не будут, так что если вы хотите посмотреть на эту команду, заходите на StarLadder 4, там все есть, twitch.tv/StarLadder4, ну и опять же там юзайте мультитвич, если я не ошибаюсь, сайт звучит примерно так, multitwitch.tv/StarLadder1/StarLadder4, и у вас, собственно, откроется сразу 2 плеера одновременно с 2 чатами, так что сможете смотреть одновременно 2 матча. Ну, наконец-то, наконец-то Next.Please у нас пришли. Итак, оставшийся у нас Buna будет играть на Skywrath Mage и Иллюзионист на Рубике. Угу. Ну, тут вроде пока все спокойно. Да, тут через Ring of Protection Mirana, конечно же, с выходом Ring of Aquila. 2 суппорта к ней сейчас подойдут. Варды курьеры куплены. Ember Spirit в мид стал шелдом, пропулен тангусики на Fast Bottle. Synergy у нас с Naix с колами идет на сложную линию. Ну и снова ставится пауза, сколько можно. Ну да, так-то уже, конечно, 40 минут от официального старта игры должно было пройти, а у нас даже игра толком не началась. А значит, что у нас и следующие карты тоже затянутся, но что ж поделать. Что ж поделать, такие вот у нас проблемы все-таки иногда возникают. Ну что, ждем. Ова, ну что, наконец-то Эмбер Спирит нас вернулся, мы готовы смотреть эту игру, продолжать смотреть. Ну что, нет, все-таки у нас Пугна отправится в мид, купился 0 талисман Jet. Ну, а трипла, смотрите, сложно, возможно, отправиться в команду Compass Gaming, это очень интересно. Ну, по идее, быть такого не должно. Да, нас, конечно же, поменяют сейчас местами. Просто Taidhanter прошелся и поставил ворцы. Обеспечить сам вижен для триплы, чтобы не было каких-то гангов непреднамеренных и так далее, внезапных. Но сам Тайд, конечно, тоже будет стоять на сложный. Ну, здесь Тайду будет достаточно проблемно стоять. Опять же, вряд ли его пустят к крипам. Единственный его вариант — это просто стоять под своим тавером и ждать, когда линия отпушится у Next.Please. И там получать деньги. Ну, потому что если он выйдет, то получит сразу телекинез, получит замедление от Skywrath Mage, какие-то аркин болты. Ну и, конечно же, Эроу, если его настигнет, то это 100% будет фраг. Ну что, гонг у нас прозвучал. Так, вот такой очень интересный сентривард был проставлен. Дабы Taidhanter не делал себе какие-то пулы, дабы спауны. На эншентах и не фармил их. Ну, точно стандартный маневр. Да, ну и самое, по всей видимости, нас интересное будет ожидать как раз-таки в мидлейне на первых минутах. Пугна против Эмбер Спирита. Ну, по идее, ни у того, ни у другого проблем быть особых не должно. Это будет бластами помогать себе фармить, другой будет у нас с фистами заниматься тем же самым. Ну и вот Джет уже начинает кидать первые бласты. Правда, крипочка он не забрал с того бласта, но вот своего сденаил. Ну, в плане дэмэджа, видишь, что немножечко покруче у Пугны. Тычка. 58 плюс 3 дэмэджа, здесь 54. На теренем снизу все-таки Taidhanter, да, решил погибнуть. Ну, мы говорили с вами о том, что ни в коем случае нельзя вылезать из ФПТВ Tower. Так и, в принципе, приключилось. Было у нас здесь замедление Conclusive Shot, был у нас Arrow, был у нас телекинез. В принципе, та самая комбинация, она дала себе знать. Ну, Next.Please выходит вперед пока 1-0 по фрагам. Taidhanter сейчас будет наученный горем и опытом, думаю, уже из-под своего Tower вылазить не должен. А мы возвращаемся с вами в мидлейн. Так, небольшие проблемы. Эмбер Спирита мы видим, да, все-таки не получается у них крипочку добивать. Здесь Джет 5 на 2 уже имеет КС. Ну и вот только сейчас Кияно под своим тавером крипов пытается добить. Так, юзается Хауль. Хауль дает еще немного дэмэджа для Пугны. Опять же, доминация продолжается. Ну и Taidhanter пришел вроде бы у нас на сложную линию опять. Ну и даже под своим тавером его, конечно, гоняют. Постоянно накидывают какие-то вот непонятные спеллы, да, и вот эти вот непонятные тычки от Skywrath Mage. Причем, ну, рейндж достаточно большой. У Skywrath Mage, действительно, он может как-то издалека поплевывать. Ну и Тайду неприятно. У него есть 3 тангусика. Отправляется. Вот сюда вот на водицу. Искать руну. Руна появится через 9 секунд. Посмотрим, повезет или не повезет. Ну а Рубик тем временем делает у нас с отвода. Уже сделал второй отвод, видим, на второй спаун. Вроде неплохо все. Так, тоже контролит руну. И первый должен, по идее, быть Taidhanter. Но руна оказывается на топе. Это дабл дэмэдж. Шерфшейкер держит дабл дэмэдж для Пугны. Ну и вообще, конечно, мне очень хочется посмотреть на то, как будут у нас Next.Please справляться с этим жестким пушем от команды Compass Gaming, когда Пугна соберет себе, ну, точнее, получит левел 7 и пойдет на одну из линий. Наверное, сейчас самое веселое, потому что к этому времени у Ликантропа тоже будут волки уже. Волки будут левела 3 как минимум. Так, тут посмотрите, Энта поймали и пытаются его загнобить. Здесь, смотрите, такие жесткие ребята из Compass. Ну, все-таки добить его не смогли. Так вот, да, но что есть на отпушу команды Next? Есть фейтболт у Рубика, есть, ну, фисты от Эмбер Спирита, все на этом. По сути дела, да, отпушивать как такового-то нечем. Тем более от бластов так справляться точно нечем. Ну и будет достаточно сложно им сражаться. Опять же, если они выдержат вот этот вот жесткий пуш от команды Compass Gaming, то потом, может быть, у них все будет хорошо. Но опять же, все зависит от того, насколько хорошо раскачается у нас Мирана и хорошо раскачается Эмбер Спирит. Эти ребята в лейте, конечно, много дэмэджа смогут внести. Но для этого им нужно собрать необходимые артефакты. Ну, пока Redlight вроде чувствует себя неплохо. Мы видим, КС у него топ-3 на карте. Немножечко проигрывает он Ликантропу. Ну, как немножечко. 7 крипов проигрывает. Но не забываем, что Ликантроп у нас все-таки находится на фри-фарме. На полном фрифарме. Ну, правда, Ринкл Базилиус включенный. Смотрите, начинается уже такой намек на пуш. Хауль прожат. А теперь не поймали Naix Профита. Фисуркой перекрыли дорогу. Ну, вот так вот можно ли его прогрызть. Да, и Синерджи здесь запутался. Вопрос, были у него... Тангусик был у него. Тангусик мог, в принципе, деревце одно сажать и пройти, но он что-то немножечко не догадался. Ну ладно, ничего страшного. Так, Синерджи какой опасный-то. Опять пришел сюда. И не боится, что его сейчас будут убивать. Рубик, в принципе, ему помогает. Но Тавр на пол хп просел. Ну и в чем здесь большой-большой плюс этого движения от команды Compass Gaming? Тем, что они заставили Рубика сместиться вот на топ-линию. А это значит, что немножечко освободилась нижняя линия. Здесь Тайдхантер может чувствовать себя уже получше. Натерением Кьяна пробивает Джет. У Джета небольшие проблемы здесь. По Тавр здесь не стал. Хотя, наверное, можно попробовать Кьяна-то и забрать этого Джета. Прям нагло пойти по Тавр, флеймгуардом его сжечь, один раз физдать, и все получилось бы. Ну ладно, дело такое. Счет у нас пока 1-1. Ну, тут уже ганги пошли от Next.Please. С двух сторон пытаются кружить Джета. Даже с трех, смотрите, по миду идет Эмбер Спирит. Слева стоит Рубик. Рубик сейчас будет телекинезировать. Джет слишком далеко вышел. Джет должен увидеть Рубика. Вот он видит Рубика. Получает телекинез. Фисурка. Перекрывает дорогу здесь Джету. Ну и Джета приговорили фистами здесь Кияну. Кирик пошел убивать Рубика. Не добил. 9 хп осталось. Кияну на развороте. Мирана пробивает Тайдхантера тем временем. Это Skywrath Mage, они снизу развлекаются. Да, и что-то какой-то немножечко трешачок пошел Compass Gaming. На фидоне или в мидлейне, и на нижней линии. Тайдхантер умирает уже дважды. Не, ну так, конечно, делать нельзя. Ну и 3-1 пока в пользу Next. Окей, здесь возвращается Тайдхантер, так понимаю, на сложную линию. Левел 4, сапог есть таутшилд. Но Мирана вкачал знатно. У той же Фейзы и Базилиус включенный. 2 фрага уже имеется, левел 6. Ну и Компасом придется начинать со самого начала, да, в плане того, что подготавливались массивный пуш какой-то, давить тавер и так далее. Видим, уровень 4 у нас Naix Профит, один раз умирал, сапог у него есть. На сложной линии пока боится появляться, ну, потому что не сзади находится суппорт, и суппорт тем временем Compass Gaming прожимает смог и будут кого-то искать. Ну вот, хочется, конечно, миди разобрать, очень хочется. Джет поспособствует, у него будет, конечно же, декрипифай, пока дает только бласт. Так, флеймгуард, Джета подвязали, читает пробивать. Мирана тем временем тавр снизу разрушила. Борец поставлен, смотрите, суппорт-то заходит. И так, хорошо, есть танчик, база залетает и... Тут заберут, да, сеточка пошла от Морти, контрольная. Это фраг. Но снизу здесь ребята из Next молодцы, тавр все-таки запушили. Ну и вот рецепт Hand of Midas от Redlight. Вопрос, нужен ли этот Hand of Midas и удастся ли вообще его реализовать. Но потому что Hand of Midas предполагает затягивание этой карты, да. То есть, если игра затянется, то Midas будет... Весьма кстати. Но я сомневаюсь, что Compass Gaming будет эту игру как-то вот замедлять с натерением. Но пытается уйти на Naix Профит, не получится ничего сделать. Фисурка перекрыли, волками перекрыли также и, в общем-то, сделали фраг. 3-3 сравнивает счет Compass Gaming. Сейчас будут разменить Арти. Тайдхантер снова решил отдаться. У нее это получается благополучно. Умирать он умеет, уже третий раз отдается. 4-3 по фрагам в пользу Next, но потом ворам 1-1. Ну, здесь, в принципе, могли, наверное, Compass Gaming продолжить свой пуш. Не было особого смысла Джету уходить с линии. Надо было просто бить сейчас бластами тавер и заставлять тягиваться туда противника. Но он решил уйти в мидлейн. Ну, много ошибок. Опять же, слишком сильно нафидонил у нас уж Тайдхантер. 3 смерти подряд за 7 минут, конечно, того не стоило. Лучше спокойно терпел, стоял за тавером и получал свою экспу. Пусть без смертей был бы он сейчас левел 3 какой-нибудь, да, уже. Ну, еще там 3, 4, возможно, только получал. А так 3 смерти и левел 5. Стоило того, но вряд ли. Начинает у нас немножечко Джет уже развлекает тавр по миду, дает бласты издалека. Вот видим, что тавр уже проседает. Потл есть сапог. 1000 монет. Возможно, тоже купить аркейн бутсы. Ну и Морти левел 4. Вот здесь важно также Shadow Шаману дать, получить себе экспу. Какую-то линию одну из предоставить. Я не знаю, может где-то в миде его в соло оставить, либо на топ-лейне. Или вот отправить на сложный, пусть он здесь получит экспу. И уже с вардами пуш станет много проще. Ну, для усиления своего пуша, видимо, Артес уже покупает себе Владимир. Есть ПТ. 2-0-0, кстати, у нас у Ликантропа. Весьма неплохое начало. Плюс ко всему и тавер был тоже за ним, по-моему. Да, Люкан у нас тавер забирал. Так что, конечно же, это парень при деньгах. Смотрим на Нетфорсова, видим, что он такой же, как у Мирана. Не забываем, что и Мирана также имеет 2 фрага, плюс у нее Midas. И также забранный тавер в копилке. Так, ну и вот разбегаются Compass Gaming у нас куда-то по линии. Сейчас ЕС остается в миду. Снизу у нас Тайдхантер терпит до уровня 6. Джет у нас пытается собирать руны. Покупается все-таки Баклер. Решил сварганить себе быструю меку. Ну, не знаю, с таким пиком, на мой взгляд, опять же, вот Джет сейчас может просесть. Ставит Вардец, получает Сайнс, очень больно подвязали его. Фистайм пробивает, флеймгуардом сжигает Кьяно. Еще и там на ремнанте подвинулся немножечко вперед и в итоге приговорили Пугну. Так вот, возвращаясь к своей мысли, то что мне кажется, что Compass Gaming должны были пушить, ну, спушить как минимум 2-3 тавера уже точно. К этому времени должны были просто активно прессинговать тавера. Сейчас они какие-то интересные перемещения осуществляют, и я не думаю, что это правильно. Потому что они уже прекрасно видели, что у Мираны есть Мидас. Игру стягивать не стоит ни в коем случае. Нужно просто давить противника и не давать фармить. Ну а тут Мирана на полном расслабоне на легкой линии, видим. Продолжает пушить. Стягивают сюда ребята из КПГ. Морти пошел. Есть навис от Мираны. Рубик здесь. На развороте телекинез. Подкидывают. Фейтболт. Приходит Джет. Ставит... Ой-ой-ой, Морти. Ну какой же такого стрелу-то поймал, а? Стабу ультимейт на Профита было бы замечательно, но маны у него, к сожалению, нету. Занят был Синерджи тем, что Тавр пытался в миду забрать. Ну и Артес здесь на дейфе. Вот он ультимейт. И Naix Профит все-таки забрал Shadow Shaman. Да, вот он вард. Вот он вард, на котором спалился Shadow Shaman и был убит. Так, терень снизу отчитается Драго. Рэвидж хороший от Хантера, по троим выдает, нужно продолжить дэмэдж выдавать. Рубик уже отлично отправляет в таверну, Эро залетает точно Тайдхантера, ну и остальные Некстов просто разбегаются. И размен получился 1 в 1, суппортов суппорта разменяли обе команды. Ну, тавер давит, вот очень интересно, сплит-пуш. По миду Ликантроп идет, сносит один тавер, снизу 3 героя КПГ. Так, ставится Вардец, Эмбер Спирит подвязан Тайдхантера, большие у него проблемы, Рэвиджа уже, конечно же, нет, залетают бласты. Да, вар так много дэмэджа пока не вписывает. Этот Хантер умирает, Джета будут тоже догонять. Приходит сюда еще и Naix Профит. Декрепивая в себя, Джет получает Сайленс. Джет подвязочку получил, Аркейн Болт и даблкил by Skywrath Mage. Ну а Волк тем временем уже заходит на 2. Все бы хорошо, но отдаются очень много КПГ. У нас 8 фрагов они уже отдали. 8-4 в пользу Некстов пока. Но по таверам видим 2 в 1 в пользу КПГ. И Кияно Фейзи себе собрал 1200 монет. Посмотрим, пойдет ли он в БФ. Пока он собирается под инвизом зайти в тыл противнику. Видит он здесь Морти. Видит также и Тайдхантер, который снова решил отдаться. Кого будут забирать? Варды. Вот он, смотри. Да, Дивардник идет жесткий. Ну, Shadow Shaman, конечно же, прекрасно видел, чем его убило. Почему его до него ульта Naix Профита долетела. Из-за варда. И поэтому сразу смотри вард. И вот. Очень четко все сделал. Так, 11 минут карт у нас позади. Давайте посмотрим на графики. Увидим, что здесь у нас вели какое-то время Next.Please. Сейчас Compass Gaming из-за того, что раз пушивают в нулях, находится. Ну, по XP в плюсе, понятно, Next.Please на 3000. Ну, потому что делают фрагов в 2 раза больше, чем противник. Ну вот, смотрите, собираются вместе ребята из КПГ снизу. Продолжают давить тавер. По-прежнему, что у Шамана нет левела 6-го. Это большая грусть, на самом деле, для команды КПГ. Сейчас, конечно, с вардами было все намного проще. Поставил варды, и тавер по-любому пойдет. Артес тем временем покупает себе некро первый, стягивается в мид, потому что видит, что в ответочку также идет пуш тавра. Это просто размен таверами, от Некстов это достаточно грамотный мув. Да, ну и Эмбер Спирит, видим, Драму Фейн Джонс, вот Артес хотят найти, включил он, конечно же, форму, пробивает Клен, сейчас происходит, как же больно, Артес, 76 хп, но выживает он. Тавр-таки упал, Морт сюда приходит, нарывается на Эроу, приходит Тайдхантеру, которого нет, Рэвиджа, который тоже, видимо, решил отдаться. Инвиз от Мираны, есть фисурка. Ждет 14 секунд, вот это Рэвиджа, но правда тем временем умирает. И если ничего не может сделать, Тайдхантер бесполезный, и он без своего Рэвиджа. Дает энчи смэш, но команда Next просто уходит. Вот так вот, и палки подвязывают. На Тайда, 4 секунды осталось, Тайд 2 секунды. Своровали телекинез, там, конечно, отдалась Мирана, потому что много дэмэджа, по-моему, ну, просто много прокаста дала. Да, Старшторма провязал и так далее, в итоге ее вард загубил. Ну, в итоге 10-5 получилось. Опять же, Next.Please очень... четко для себя разменялись. Плюс. Ну и Тайдхантер Рэвидж не кастовал. Так, драка за руну. Телекинизируют, откидывают. Что-то своровал. Замедление пошло. Он же поднимает руну Хейста и мог на развороте, в принципе, наверное, убивать Рубика. Но испугался. Испугался и правильно сделал, потому что здесь уже был Эмбер Спирит. Подвязали бы, не отпустили. Ну и Бека появляется терением Пугны. Ну и снова паузу. Ну окей, пауза так пауза. Ждем. Так, ну у нас терен драк начинается. Джет слишком вошел далеко, но получает хорошую фисурку у нас команда Next. Джет с этого смог смотаться. Хауль проюзан. Эмбер Спирит возвращается на свой ремнант и разбежались в разную сторону. Теперь идем в Synergy. Synergy нафармил себе на тот самый Head of Midas, есть ПТ уже, 1-2-2 у него стат. Но ребята из КПГ заходят на Рошана. Пытаются его забрать. Ну что получаем? В итоге получаем, что по таверам на тавер один больше снесли КПГ, но опять же проигрывают они практически в каждом замесе. За счет этого, конечно, Next.Please пока держится. И по XP, видим, Next.Please на 3000 также преимущество сохраняет. Ну, чат уже активно Synergy, конечно же, у нас сплитпушить. Mirana у нас после Мидаса ничего нового себе не собрала. 4-1-4 у нее стат. Бласты залетают. Да, ну и падает. Падает Рошан, нас, а Егис будет у Артеса. Ну, плюс ко всему уже хватает денег на вторые некрономиконы. Ну и пошел сейф таверов. На топе у нас, видимо, Next.Please собрались. Хотя тоже в ней куда один таверов спушить. Так, поставлен здесь фордец. Ну и Пугна у нас на руле аутпушера находится. Ну и что-то шаман. Вот сейчас с этой пачки, возможно, получит себе левел 6. Да, левел 6 уже появляется. Есть варды, но теперь будет с ними покруче уже спушивать. Так, Кияно видит Джета. Фисты. Опять же, стоит фарт очень неприятно. Подвязал. 3 ТП моментально с ТП от команды Compass Gaming. Тебя даже просто приговорили. Эру залетел Морти. Поймал 5-секундочку. Как же больно. Просечка пошла. Иллюзионист подкинул телекинезом. От Кияно он все равно будет умирать. Конечно, никто его не отпустит. Отправляется в таверну, размин 1 в 1, и пытается уйти у нас Skywrath Mage, который под просветкой находится, напомню, еще парочку секунд нужно подождать, хорошо, ну и кончается инвест Mirana. Ой, скорее всего, Sky здесь не спасти, Эро залетает не точно, и это 2 фрага для команды КПГ. Ну и неплохо получилось, они и тавер засейвили, и 2 фрага сделали. Размин, правда, на свое пугну, ну такое. Эмбер Спирит ушел, 1200 монет у него есть. В это время фармил и Synergy, купил себе Майлштром, все-таки, смотрите, это не Hand of Midas. Что очень, в принципе, удивительно. Боевого такого на Профита он выходит, ну и будет помогать своей команде вносить какой-то дэмэдж. Интересно. А еще, что более интересно, то, что Mirana у нас так вот особо-то и денег нет у нее. 2100 есть после Мидаса, хочется каких-то других артефактов от нее увидеть. Но, то, возможно, прямо сейчас появится какая-то Яша, а может быть только Drum of Ancients. Посмотрим. Ну что, Артес у нас, 3-й Некрономиконы. Готов этот парень уже сражаться. Единственное, что ему не хватает, конечно же, БКБшки. Я думаю, со временем у него этот артефакт появится. 1600 монет. Напотел у нас Торшейкер, вы видите, смотрите, у него 2-1-3 стат. И осталось 400 монет до покупки БКБ. Ой, до покупки Даггера, конечно же. 500 где-то. Что тоже неплохо. И Эмбер, 1700 ничего себе не покупает пока. Тоже Майлштром выходит у нас Mirana. Ой, Тайдхантер, эх. Не уйдет. Ой, не подвязал Кияну, какая же ошибочка. Ну что ж ты так, Кияну. Надо было фистами долететь, ренантом хотя бы долететь, что ли. Ман-то хватало. Да, Тайдхантер, и потом уже кинуть подвязочку. В итоге, ну, халявный фраг на самом деле был. 5-й раз мог отправиться в таверну Смарик, но на этот раз его простили. Так, ну и победу от КПГ. Конечно же, пушить. Так. Должен быть поставлен какой-то вардец. Да, вот он, вардец ставится, Хаволь, варды пошли от Расты, Артес, ну и да, тавер падает. Эро залетает, Артес, уйди, хорошо, Артес уходит. 4-й тавер копил КПГ. Ну, без самого сопротивления, сейчас нужно собраться на топе, отпушить то, что напушил здесь Synergy, и также на Т2 тавер пойти. Ну шоу, да, на сейве Тайдхантер находится. Detention Smash, снизу клики какие-то идут. Так, у нас очень активно и очень опасно играет иллюзионист, но вот успел сделать тэп-аут и уйти к своим ребятам. ПТ все-таки появляется, видимо, у Джета. Ну что, можно давить на стоп-линию. Да, у нас у Артеса уже есть некрономикон, и на всякий случай есть еще и, конечно, шейпшифт, есть форма. Ну и Даггер покупает себе Аршейкер, это тоже очень важно. Так, у нас здесь Профит, смотрите, что делает. Он своими крипочками спулил здесь крипов команды КПГ, не дает тем самым пушить, а сами собираются ребята из Next в ответный пуш, но уже по миду. Неплохо. Рубик, кстати, своровал бласт, это очень хорошо для него. Усиливаете сам пуш-потенциал своей команды. И тоже весьма неплохо стараем расправляться. Рейдим Джет, чуть было не просел. Хейст выживает, ставится вардец, Эрос залетел точно Тайдхантера. И клик ворвался по 2, рассказ, по 3 дал фисурку, Skywrath Mage ультанул, но Джет особо не почувствовал. моментально разбили лицо у нас здесь Naix Профит, тут будут еще, конечно же, брать Skywrath Mage. Бласты, ест до конца. Уходит, смотрите. На Тюрине Волк. Волк драки участие не принимает, он активно сплитпушит. Некрономиконы, волки, нужно добить Тавр. На Тюрине Шейкер забрал еще и Ская. И Артес пришел убивать иллюзиониста. Это минус 3 от КПГ. Причем размен получился очень-очень хороший. И Тавр, смотрите, Эмбер Спирит сдонать не смог. Некрономиконы и волки оказались посильнее. Да, ну нереальный сейчас плюс получили ребята из КПГ. Просто нереальный. Еще пытается у нас Артец продавить Эмбер Спирита. Видим, что достаточно неплохо Эмбер Спирит проседает. И сразу заход на хайграунд. Двоих нет у команд Next, сейчас они появятся. Волки бьют у нас и катапульта. Джет ставит у нас вардец. И пошли еще и варцы от Shadow Shaman. Неплохо, неплохо. И Таидхантер прыгнул по двоим. Хорошо, ультанул. Разорвали лицо моментально Мирани. Убили Skywrath Mage. Рубика тоже, в принципе, можно добавить. Он дает телекинез. Синерджи здесь. Эмбер Спирит подвязал Артес. Теряет Аегис не страшно. Терением упал у нас на 3 тавер. Конечно же, в бараке сразу идут парды бить. Таидхантер здесь. Байбек от Мираны. Да, и проблемы у команды Next. Большие-большие проблемы. Эро залетает. Нужно как-то дефать сейчас. Нужно убить Морти. Морти держит сеточки Редлайта. Ликантроп просто бьет с руки. Больше ничего сделать он не может. Таидхантер, получается, на шторм умирает. Минус 2 уже есть в команды Next. Убирает еще и Пугну. Это минус 3. Ну и волчонок единственный остался в живых. Подшипший в том сматывается. И догнать его будет уже невозможно. Но! Рейнджевой барак упал. И КПГ... мыслями-немыслимыми способами, но свои цели достигли. И действительно, на 20-й минуте они сейчас сломали топ-линию. Топ-линия сама по себе теперь будет потихонечку пушиться. Важно сейчас для команды Compass Gaming это ни в коем случае не терять время, не медлить и, опять же, после респауна собраться вместе и давить дальше. Давить дальше, снести два тавер снизу, опять же, зайти по одной из линий и таким же способом сломать еще одну сторону. Если им удастся сломать еще одну сторону до 30-й минуты, то это будет победа. Потому что там уже Next вряд ли смогут сопротивляться как-то. Да уж, ну и пока, вот, видимо, Эмбер Спирита появляется Бродсворд и Персверенс. Хочется, конечно, собрать ему Battle Fury. С Battle Fury можно будет тут вот весь потенциал убивать покруче. Но пока мы видим, денег не хватает, понятно, осталось. Мирана делала байбек, мы это тоже помним. После Майлшторм, понятное дело, больше шмоток нету. А какой-то Мьёлнир хотелось бы, наверное, приобрести. Да, ну и я не вижу, что Compass Gaming вот так вот сейчас готовы наступать. На разных линиях находится. Непонятно, чем занимается. Что тут Шаман купил себе даггер. Ну и просто фармят. Ну, судя по всему, их устраивает текущее положение на карте, да? То есть топ-линия на 20 минуте спушена. С ней определенные проблемы у Next есть. Ну нет. Все-таки молодец капитан. У нас Джет, конечно, руководит своими пацанами. Говорит, ребят, собираемся по миду. И пушим. Сам он возглавляет это движение, если так к нему подтягивается Морти, у которого уже есть варды. Пока первого уровня, в принципе, не особо важно. Артес у нас пришел, покупает себе Ривер и Виталити Бустер. Но Эмбер Спирит на топе Тауэр забрал и купил себе Клеймо. А значит, БФ готов. Ершекер прыгнул! Кияно пробивает с руки! Дэмэджа хватило потрясающе. Раскаст выдали у нас здесь Compass Gaming. И в живых остался у нас только Nature's Proffit, который купил себе, кстати, предусмотрительно даггер и смотался. Но Эмбер Спирита нет. А Эмбер Спирит — это тот парень, который, по идее, неплохо дефил. И ставятся ворцы, по миду лайн пушится, нету клиф фортификейшна, падает и 3 тавера, остались только голые бараки. Ну и компасы, конечно, играют хорошую карту, однозначно демонстрируют во всей красе эту стратегию и исполняют как надо, действительно. Таидхантер прыгивает, реведж опять по всем, открывает здесь ультимейтами, есть киксы, веточку, ой, всеточку держал у нас Морти, тоже забрали уже троих. Помимо того, что Эмбер Спирит уже находился в таверне. Ну и Артес приговаривает у нас еще и Рубик. И ГГБ прописывают ребята из Next. Ну что, поздравляем, Compass Gaming. 22 минуты, собственно, потребовался для того, чтобы полностью реализовать свой пик и уничтожить противника. Красавцы, красавцы. Ну что, следующая игра у них будет против команды xGame.KZ. Это казахи будут играть. Посмотрим, что за этой карты у нас получится. Ну и прервемся пока на короткую паузу. Опять же, прям сразу, думаю, начнем катку под номером 2. 1-0 пока в пользу Compass Gaming. Смотрим.